Приветствую, друзья мои! С вами Антонина, и вы на моем канале Антонина Абрамкина. Сегодня 5 марта, и я пришла в магазин «Светофор» сделать обзор магазина и посмотреть, что же можно подарить женщинам на 8 марта. Вот. Поздравляю всех женщин, девушек, бабушек с этим замечательным весенним праздником. Желаю вам здоровья, крепкого долголетия и пусть у вас на лице всегда сияет улыбка от хороших новостей, от хороших событий. Вот. Подписывайтесь на мой канал Антонина Абрамкина и будете в курсе поступления нового товара в магазин «Светофор». У нас в городе 3 светофора, поэтому я как успеваю, так стараюсь снимать все, что какие новинки поступают в магазин. Но сегодняшняя тема у нас будет такая, что же можно здесь подарить дамам. Интересного много, и даже начиная с кухонных предметов, с того, что здесь вот предлагает магазин «Светофор», мы сейчас пройдемся по ряду. Ну, даже набор вот такой вот ножей 121 рубль, 3 штуки. Но ножи, конечно, мы дарить не будем, но они есть в продаже, и мы их просто покажем. Вот. Разделочные доски. Вот 65 рублей вот такие. Пластмассовые, оранжевые. Предметы необходимые в постоянном пользовании. Вот такой набор 86 рублей. 3 штучки. Вот тоже хороший набор. Много места не будет занимать. Ну и здесь, конечно, все для того, что для выпечки, для приготовления. Здесь фольга, рулоны, пленки. Но это я не говорю, что их надо дарить. Я показываю, что есть. Вот. Горшочек для тушения 51,30. Вот такой вот горшочек. Форма для выпечки 216 рублей. Форма стеклянная 215 рублей. Ну вот в подарок уже, конечно, можно сервис чайный. 825 рублей, 14 предметов. А посмотрите, какие красивые расцветки. Вот рисунок вишенки. Очень с цветами красивый. Здесь раз, два, три, четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре. Да, четыре рисунка. И 825 рублей, 14 предметов. Вот такая компактная коробочка. Вот, ну, вот так вот покажу. Земляничка. Вот прям нежный, красивый сервиз. Ну и, конечно, посуда, баночки. Вот здесь можно набором подобрать. И тарелочки, пиалы. Вот цену вы видите. Бульонницы, конфетницы. Конфетница 98 рублей. Очень нарядный. Вот так на четырех ножичках. Тоже в коробочке. Тоже как подарок. Красиво будет выглядеть. И вот такой вот салатник 63 рубля. Кстати, я вот этот салатник показываю. Он здесь только вот в магазине есть этот салатник. В других светофорах его нет. Знаете, вот такой вот ассортимент товара, как в этом магазине нашем «Светофор», в других городах я очень много езжу, и нет такого ассортимента. Вот позавчера в Тольятти была, нет там такого. В Самаре была тоже, но нет там вообще выбора никакого, и полный беспорядок в магазине был. Но посмотрите, как у нас уютный магазин, чисто. Вот прям настолько аккуратно все выложено, как стараются здесь продавцы. И просто я восторгаюсь вот их. Это надо же следить за порядком. Мы же покупатели приходим, шевыряем. Они здесь очень хорошо как следят за порядком. Но вот пока далеко не ушла, здесь пластмассовые изделия. Просто показываю контейнеры, а вы уж сами для себя какие-то выводы делаете. Вот контейнер переноска. Женщина так подняла 76 рублей. Вот тоже интересный. В ванную комнату поставить. И на кухне для посуды. На даче тоже для посуды можно. Ну и для бытовой химии. То есть как, это уж как вы захотите распределить. Здесь даже на картинке изображены. Вот. Либо расчески, либо фены. То есть либо на кухне, либо на даче. То есть все можно разложить. И как по теме, скажем так.
Ну, здесь набор мисок 89 рублей, тоже вот хороший. Такой вот. Ой, не возьмешь. Такой вот набор с ручками. Тоже как походный вариант, тоже можно рассмотреть. Ну и здесь очень много корзин всяких. Вот этот кашпо с поддоном 152 рубля. Это как если уже готовите как лоджии, беседки, тоже красиво. Стекла, очень много стекла. И стаканы, и набор стопок. Вы все это видите. И набор бокалов для коньяка 239 рублей. И набор для вина. Вот такие кружки, вот я еще показываю в каждом видео, тоже они очень практичные и очень хорошие. Но еще здесь, если смотреть, кастрюли эмалированные, вот такие вот тоже я их показываю в каждом видео. Вот пока они пришли, три цвета. Вот так, сейчас я картон постараюсь убрать. Вот такой вот рисуночек, очень красивая, симпатичная кастрюлька. И на кухне будет смотреться. Ну и как в применении тоже очень даже удобно, потому что 4,3 литра очень даже хорошо будет в применении. И если подарить, тоже очень будет нарядно. Здесь еще белая кастрюля. Вот, и другой рисунок есть с маком, три расцветка, скажем, сковорода 223 рубля, чайник металлический, чайник электрический, металлический, вот он 315 рублей, вот, тоже интересно подарить подарок, вот, так, так, казаны 737 рублей, чайник стекло, так, чайник стекло 585 рублей. Видите, весь товар с красным ценником, значит, на них большая скидка вот сейчас есть. Если вы еще думаете, вот что подарить, то можно даже вот такие подарки, они довольно-таки будут интересны. Так, термопод 1040 рублей и чайник со свистком 389 рублей, 2,5 литра нержавейка. Так, кофеварка 438 рублей. Кофеварка, вот она здесь, 438 рублей с двумя чашками. Здесь одну чашку поставить. Так выглядит. Вот я показала из предметов и электроприборов, скажем, которые вот здесь есть, что можно подарить. Ну и, конечно же, цветы. Давайте посмотрим. Цветы, конечно, уже разобрали. Были хризантемы разных расцветок были. И недорого, 167 рублей, по-моему, стоили. Ну, сейчас остались антуриум 397 рублей и 274 рубля. Я первый выставляю видео и показываю, что вот очень, что можно как сэкономить, купить. Поэтому смотрите мои видео. Вот вчера вечером в ленту завезли дешевые тюльпаны 127 рублей 5 цветочков. Я тоже выставила видео. Так что следите за моим видео. Я что полезно и можно сэкономить. Я скорее выставляю видео и показываю. Ну вот здесь цветы еще есть. Конечно, вот все я показала. И мясо 159 рублей сегодня. Надо зайти мясо. Мясо, пожалуйста. Мяса всегда много в магазине. И мясо хорошее. Вот, 159 рублей. Видите, две первые полки, вот пока я пришла в магазин, они были завалены мясом. Мясо просто, как снег, быстро две полки растаяли. Вот, я тоже быстрее взяла, я несла на кассу, чтобы пока успеть. Ну и язык свиной 298 рублей. Вот, я показываю здесь, там пока язык еще. Сейчас через 30 минут язык тоже быстро-быстро убежит. Вот. Сгущенку вот выкладывает 47 рублей. Сгущенка. Так, цельное. Гагаринский какой-то. Город Гагарин. Ну, вот. Говорят, хорошая сгущенка. Я не... Вот продавец говорит, хорошая. Я не пробовала. Поэтому поверим мы ей на слово. Вот. Ну и пройдемся здесь по магазину. Посмотрим здесь рыбы всех видов. То есть, кто готовится накрыть стол. Вот. Свекла вареная даже есть. Вот я еще даже не видела.
такой продукт, очищенный, свекловаренный, 42 рубля. А я вот даже не замечаю, что вот такая. Смотрите, очень даже удобно. Винегрет, пожалуйста. Картошка только творить, капустка есть, свекла есть, все есть. А, кстати, вот рыбка к пиву, вот я его тоже показываю, даже покушать, она настолько вкусная, вот в охотку с ржаным хлебом. Не обязательно к пиву, он так вкусный, без пива. Вот. А пройдемся дальше, скумбрия и сельдь. Ну и вот я здесь пока не могу подойти, пока вот горбуши, 359 рублей хочу показать. Горбуши тоже брала много раз, мне нравится. Ну вот сейчас я пришла в утренние часы, не так много народу, но сейчас представляете, вот сейчас что будет через небольшой промежуток времени здесь, когда народ проснется. Вот этот салями нежная, вот вкусная, 310 рублей, три палки здесь вот, я ее брала, вкусная. И вот эта колбаса оригинальная. Ну, кто ходит, следит за, как какой товар поступает в магазин Светофор, уже знает, попробовали, и вы уже для себя сделали выбор. Вот колбаса краковская так вкусно пахнет, даже через пакет вкусно пахнет. 198 рублей. Вот такой пакетик он вытягивает на 263 рубля. Но здесь такие колбаски, ну так вкусно. Вы подойдите к продавцу, я не продавец. Вот. Поэтому информация не владею. Выбор большой, но так аппетитно пахнет. А я ведь не голодная пришла, между прочим. Но очень вкусно пахнет. Вот, майонез и колбасы. Вот, смотрите, цены видно. Все же я пытаюсь все равно показать. Иду медленно. И посмотрите, что здесь имеется. Вот и сардельки, и сосиски, и сыры, и молочные изделия, творог. Вот все здесь можно купить. Вот. Ну, здесь я уже этот отдел показал. Яйцо куриное 192 рубля. Вот, сгущенку мы вам тоже показали. Так что быстро-быстро убегаем. Мне здесь холодно. Вот, как девушка здесь работает, такой холод. Мы побежали дальше. Вот. Ну, заморозку я сегодня мимо прохожу. Я просто смотрю, вот, что можно подарить сегодня, как все-таки 8 марта, через 3 дня. И, конечно, сейчас мы здесь еще посмотрим, что девочкам можно здесь. Ну, вот игрушка с сюрпризом, яйце с подвесом. Вот такой 79 рублей. Пазлы в коробке 86 рублей. Красивые, смотрите, пазлы такие вот. 300-500 элементов, 386-50. Я думаю, девочкам тоже будет интересно вот эти пазлы собирать. У нас внучка очень любит собирать пазлы, между прочим. Ну и, конечно, здесь куклы. Куклы, разновидности разные, вы видите здесь, вот смотрите. Обзор для женщин сегодня делаю. И для девочек. Все-таки через 3 дня, 8 марта. Поэтому, автомобилисты, не обижайтесь, я этот ряд игнорирую и прохожу мимо. Вот, дальше пойдем. Ну, здесь вещи, конечно, джемпера, кофточки, штанишки, тоже нижнее белье, тоже можно здесь выбрать. Сорочки, вот сорочки очень хорошие, между прочим, вот расцветки и размеры, вот 46 размер вот рассматриваю. Смотрите, какой нежный цвет, сиреневый, розовый, вот люблю такие цвета. И сорочка женской размеры, вот от 46 по 56, 163,50. Это совсем недорого, но я думаю, бабушка ваша обрадуется вот такому подарку. Здесь это, наверное, туничка. Да, туника женская. 46,56. Вот тоже красивая туника. Придется раскрыть, наверное, эту тунику, чтобы было видно. Вот туника. Смотрите, какая красивая туника. Наверное, мне ее самой надо взять. Я тоже дома в туниках хожу. Ой, как раз мой размер 50. Это как раз мой размер. Ну, это, в общем, за этой туничкой не приходите. Я ее сама забираю. Вот, красиво. Ну, здесь, видите, сколько? Приходите, приходите, посмотрите, здесь разные тунички. Вот, смотрите, какой хороший подарочек. Ой, вот их завалили. А посмотрите, какие красивые, симпатичные тунички. Это 46 размер, вот.
Вот, пожалуйста. Вот такая тоничка. Вот сейчас покажу. И вы уже сделаете выбор. Посмотрите, в ящике сколько цветов там. Очень много. Вот, хорошие тунички. Их надо вот эти. Одну себе, одну внучке возьму. Вот так вот. Вот так. Ну, в общем, приходите, выбирайте. Здесь полный контейнер этих туничек. И тоже приятно будет подарить. Видите, сколько здесь расцветок их. Полно. Любой выбирайте. Вот. Ну, сегодня бытовой химии мы не идем, а смотрим, что еще можно подарить женщинам. А подарить можно еще постельные комплекты. Вот смотрите, уже простыни фактически разобрали. Покрывало махровое. Посмотрите, вот тут цвета разные были. Здесь прям до самого верха стеллаж был завален. И тоже как подарок, смотрите, 685 рублей. Ну, этот бирюзовый тоже симпатичный, со звездочками. Ну, и здесь еще есть покрывало. Смотрите, давайте вот покрывало павлин, 546 рублей стеганое. Я уже купила тоже детям, тоже подарила. И, знаете, рисунок двухсторонний такой вот. Сейчас. Вот такой коричневый, а внутри он также можно как... С одной стороны застелить, с другой стороны застелить. И внутри он будет какой-нибудь сиреневый. Представляете, то есть подобрать можно. И здесь вот 546 рублей. Хороший подарок. Я сделала такой. Я вообще много выбора сделала. Обновить одеяло детям. И вот надарила им. 379 рублей вот это вот одеяло лето. Двух спалок тоже подарила всем. То есть обновляются подушки лебяжий пух. 70 на 70. Тоже хорошие подушки, вот они здесь. Ну, я, конечно, наперник был другого цвета делать, но здесь пока вот белые остались. 269 рублей. А, кстати, еще вот это одеяло. Вот. Ну, оно теплое, конечно, на синтепоне. Так, 438 полторашка, а эти где-то в пределах, ну, 500 рублей, все равно, ну, скажем, 490, потому что ценника я не вижу. А, так чуть-чуть подороже. Ну и комплекты тоже здесь. Комплекты ивановский текстиль. И то есть вы уже выберете сами. Вот эта жатка 627. И тоже я вот выбрала двух спалки 573 рубля. Вот подарила тоже детям. В общем, вот с комплектом набрать тоже будет приятно подарить. Большие, как нужные подарки. Вот. Ну и здесь еще вот для жилетки на синтепоне. Я себе тоже купила вот такой жилетки. А вот здесь размеры вот указаны. И здесь я изнутри уже большой карман. Карманы не очень глубокие. У меня телефон уже большой. Я, конечно, изнутри уже карман пришила. Скоро будем на даче заниматься. Вот какой желтый хороший цвет. Но наверняка маленький размер. 44-46. Ну, я красный купила вот такой. И здесь и зеленый есть, вот, и сиреневый есть. Надо смотреть размер, и вы его, то есть, нужно сейчас. Ну, здесь вот сорочки как вывешены, и тунички вот, смотрите. Халаты женские. Ну, вот. Думаю, я вам сегодня все показала, что подарить женщинам, поэтому дальше я обзор делать не буду, а просто показала вам, что можно выбрать в подарок с вашим близким и любимым. До новых видео, друзья. Пока.